Гольф твоя игра. Да, блядь, гольф совершенно другая игра тоже. И в ней неудачи бывают, как и в любой игре. Вот где теперь эти пульки? Вот они. Куда пойдем-то? Бля, слушай, мне вообще лес на самом деле надо по квестам. Шли в лес. Типа дикарей убивать, потом рожки искать, потом мне надо, ну искры найти, большие банки с говядиной, казан найти, флешки. Ну да, пошли в леса, короче, блять, в мою любимую карту. Здорово, сатана, рад видеть на стриме. Кстати. О, и это походу оно. Пора брать эту малышку наконец-то. X1, X6, а у меня же был X1, X4 на чем-то, да? Вот этот вот, X1, X4. Да ладно, что Сатаныч писал бы хоть. Что зашел. Так сказать, дирижировал бы в Курске хоть. То я же не знаю порой, кто у меня из модеров на стриме. Я так обычно и понимаю, что кто-то есть. Блять, я или тупой, или... Ага, о, наконец-то, блять, нашел. Ну. А в чем может быть проблема, блять? Или оно типа... Что такое, типа? Да не ставится, блять, прицел. Не понимаю. Какой прицел-то? А, X1, X4. Как он... Ну, покажи мне на стриме его. Ну вот он, блядь. Вот у него есть крепление. Ну так крепление не подходит просто. Это не то крепление. Да? Блядь, вот сука. То есть оно встает на эту залупу, но на эту... Ладно, тогда берем X1, X6, похуй. В принципе, лес, как говорится, там без разницы. Что я считаю своей главной положительной чертой как человека? Преданность, наверное. Честность. ХЗ. Искренность. Но это моя, типа, проблема. Потому что я считаю, что я должен делать так. И порой от людей требую того же. Из-за чего, так сказать, иногда и перестаю общаться по этой причине. Со многими. Поэтому... Положительная ли это черта или нет, это спорный вопрос. Фу, бля, ну я вообще заряженный, нахуй, бобер на эту катку. Бинт есть, эсмах есть, аптечки есть, баник твой убрать. Ну все, я готов, Киря. Поехали. Ты ж лес хорошо знаешь, да? Нет. Ну поехали, блядь. У меня еще квест блядский такой, уёбский максимально. Ух. Бля, ладно, этот не будем страховать. Ебать, страховка дорогая, чё так дорого, блядь? А хирургичку? Да нету у меня, блядь, X-кома этого CMS, или как он там называется. Я 14 левел, блядь, мне нужна это... 15-й, чтобы была барахолка. Так что я буду Кириной CMS-кой хуярить. А, ничего ты придумал, у меня там два юза вроде стало. Нормально. Один раз тебе ногу вылечить, один раз мне, что тебе не нравится. Угу. Ты когда ты с этим левелом, блядь, успел стать? Хуй знает, я просто механикой эти пушки собирал. Да-да, киллер, я сделал отдельную цену для Таркова. Как тебе моя сборочка? Вообще, я просто охуенная, Киря.
Без брони с мощенкой, охуенно, да? Да, блять. Так вот, киллер, да, сделал отдельный пресет для Таркова. Добавил контраста, насыщенности, яркости и резкости. А то просто я-то играю с внутри встроенным, типа, постфиксом в монитор, а вы не видите. И я просто порой, блядь, на стримах смотрел, типа, свои там, ну, моментики, чтоб Рузычу поскидывать на его там нарезку хайлайтов. И я, блядь, понимаю, что я-то, блядь, вижу у себя это, а вы не видите, блядь. И получается какая-то хуета. Да, блях, из-за грибочки. Наверное, все, кроме оригинального мультика и охуенного журнала по Скуби-Ду, Кал, мне кажется. Ну, типа, игра в детстве, она, конечно, ностальгия сидела, но Кал. Фильмы полный Кал, но в детстве, опять же, ностальгия и, типа, и все. Шеги в Mortal Kombat не добавили, Кал. Ну, типа, о чем еще можно говорить? Калак же разденут. Да это я чтобы, если что, Кири мог ос... Ага, блядь, Кири его раскидает нахуй. Себе его, блядь, жук заберет. Да не, мне Калак не нужен. Мне ж по квесту надо с мощенкой убивать дикарей. А-а-а, нихуя, мне просто надо дикарей убивать. 15 штук, блядь. Мне нужно убить 5 дикарей с мощенки с расстояния больше 40 метров и сделать это без брони. И без прицела? Да. Не, в смысле, реально без оптики? Да. Это прям так там квест говорит. Да, используя механический прицел. Пиздец, блять. Ты ходил, Киря, когда-нибудь на массаж? Ну, типа, осознанно, чтобы вот ты пришел специально, чтобы тебе, блять, прям всю спину нахуй молотком отъебашили. В 10 или 11 лет, когда на футбол ходил, я что-то там, блядь, была какая-то травма, меня к врачу записали, там массаж был. Бля, что-то думаю, может стоит сгонять, а то что-то как-то спина, конечно, реально чувствует себя дискомфортно. На эротический сразу иди. Ну, блядь, член не спина, нахуй. Да нет, в смысле, топаз я не имел в виду вот эти реально, блядь, где там позвонки лопают, блядь. Нет, я имел в виду, ну просто хорошо отмассажировали, я это имел в виду. Так, Эпик, забираешь награду, первый, кто пошутил про Руза. Не придумал награду. Да что надо сделать тебе? Мне надо убивать диких... потом найти искру и найти рожки. Что здесь, в принципе, можно делать нормально. Я не знаю, где тут не искру искать, где не рожки искать, Мишаня. Сейчас погоди, что у меня. Игра как будто тише стала, блядь. Я просто тоже не знаю, поэтому мы с тобой веселые сейчас будем бойцы. Ну, пойдем примерно, может, знаю, где можно искру найти, но не более. А, так вот тут же сзади этот, блядь... Лагерь усеков? А, или погоди, я вообще понять не могу, где мы, если честно. Около дома диких. Вот, и где дом диких, там должен быть этот... ну, ЗБшка, блядь, короче. А, ну пошли ЗБшка, а что там, что-то есть в этой ЗБшке? Ну там же рожки ищутся, вот, а это тоже интересно. А мы к ЗБшке идем, да, сейчас? Блять, ну ты мне карту выбрал расслабиться, блять, после этого говна. Ну, блять, сори. Кто, блять, виноват, что мне здесь квесты, блять, придумала, нахуй? Вполне другие. Да ладно. Но ты эту знаешь карту, где подземелья вот эти, блять? Нет. Вот, я тоже не знаю, у меня тоже там... Опа, блять. Да. Бля, Кири, я убегаю вниз, мне очень хуёво. Ну, мне тоже, брат. Ты живой? Ну, думаю, нет. Сейчас умру. И CMS-ки нету, блядь, охуенно.
Да, все. Их несколько. Забей, там игольники мешая. Можешь прям просто брать и выходить из рейда. Пиздец. Ебать, ты видел это? Нет. Чё за свечение дерьма, блядь? Быстрого, наверное, вспышки нет. Ну да, ну а где звук-то, блядь? Не, начал глушаком там был 100%. Понятно. Ну я типу либо грудак, либо живот выбил в ноль. Он побежал чилиться там, чиниться, меня другой убил. Бля, ну это пиздец на самом деле. Блять, у тебя автомат режим? Да, да. Это мем еще. Ты с этим прицелом с автомата, блять, очень мемный чел. Да, блять, ладно, чё ты. Да есть у меня бейсбол. Мишаня, шутки шутками. Как бы грустно это ни звучало, я бы на твоем месте куда-нибудь в самый дальний угол, блять, этого бункера скинул калак и выходил бы на смерть, чтобы хотя бы его не спиздили. Да его же, блять. Кал... Его не найдут. Его найдут. Не-а, не найдут. Найдут, найдут. Да как они, блять, его не найдут? Ну. Ну тогда выходи в траву куда-нибудь кидай просто. Да я думаю идти пиздиться. Хули делать. Ручку забрать, блять, с калаша. Носик. Ну или так хотя бы, да. Да и прицел тоже снимай, нахуй он тебе нужен. Да? И приклад тоже снимай. Хотя ладно, лучше ПС-ки возьму. На самом деле, АКМ, если он не самый топовый сборки, то из него лучше всегда стрелять одиночками. Да забей, блять. Нет, реально, ты просто стреляешь одиночками и делаешь тап-тап-тап-тап-тап по мышке. Так все профи делают. Не, забей. Я буду зажимать как тварь, нахуй. Ну чё, уроды, блядь. Я иду. Я не знаю, был ли это дикий или нет, но это если был человек, то он нахуй в могиле, блядь. Но мне кажется, это был дикий.
Я думаю, чевок. Слышь, кого-то? Да, да. Мишань, еще инфа такая, если у тебя ноги выбиты в ноль, и ты бегаешь под бейсболом. Да, да, я понимаю. Ты с шансом каким-то можешь умереть просто инстантно. А, да? Охуенно. Да. Пацаны, как думаешь, у друга могла быть СМС-ка? Думаю, нет. Под сумкой всегда почти нет. Это ему так хуёво или мне? Да, ему. Бля, может ты справа забор обойдёт тебя. Да, да, да. Блядь, дикус ебаный. Отъебись, у меня тут еще битва не закончена. Могу пошариться, разве что в груди в поисках гранатки. Ладно, похуй, блядь. Носик и ручка мне нужны так-то, если подумать, блядь. Блядь, вот пиздец, вот была бы CMS-ка, нахуй. Вот на самом деле, то, что разрабы не дают возможности тебе на лоу-левеле купить, блядь, ремонт хотя бы какой-то одноразовой конечности. Это такая тупость, блядь, просто. Вот что это, блядь, за ёбаный гений придумал? Пизда, блядь. Ну чё ж ты мне искал-то раньше времени, я бы тебя вынес да скинул бы. Блять, старик, ну... На Next Raid освободи место, там просто эти скины вынесут место. Не, ну то, что их нельзя найти, это реально бред полный. С тобой согласен. Я тебе даже посвежее вынесу. Херит тебе. Да тихо, блядь. Домой, блядь, бомжи ебаные, нахуй. Че, блядь, пацаны, потренируйтесь, нахуй. Фу, блядь.
Ну я тут не, в таком очке пиздец просто сейчас. Такие не выживают, ребята. Да, блядь, ну а чё пересидел, блядь? Ну у меня ноги сломаны, чё мне, блядь, делать было? Я, блядь, просто, ну вот это постоянно такая хуйня. Ты, блядь, столько тебя всадили, ты живой, как знает. Мне, блядь, голова, уши, на нахуй первый пули. Да, блядь, ну Кири, я как будто до этого никогда не умирал, нахуй. Да не, ну это тебе просто жутко повезло, ты красавчик, что захуярил. Блядь. Не, я все равно, скорее всего, труп в этой карте, да нет, но... если ты не найдешь СМС-ку, ты труп 100%. Ну да. Ты буквально не дойдешь, у тебя, ну ты посмотришь, у меня, что у тебя да, с едой и водой. У меня с едой и водой, да, у меня не хватит. Да, я согласен с тобой. Да и патроны я бы на твоем месте не пихал бы в магазин, подсейл бы их. Да это ж ПС-ки. Один максимум наполни, да и все. Это ж ПС-ки, старик. А ты ПС-ки где-то можешь купить? Ну, сейчас? У меня есть запас, поэтому. Графонский запас, так сказать. О, блядь, со СТМ-кой в трупере, блядь. Хуила. Ой, блядь, СТМ-ка, ну понятно, что ты живой, блядь. Это шкал, блядь, 9 миллиметров. Бля, шину мне же нельзя заюзать, да? Ну тебе не сломано ничего. Хуёво, блядь. Лучше было сломано. Иди просто до своей смерти дикарей постреляй, может. И ПСТ, а фак, ну еще один хотя бы, ладно. На всякий пожарный шину. Была бы типа гранатка, ты бы, конечно, грустно сидел бы сейчас. Ой, это мой броник у него, походу, да? Да, скорее всего. Так, ну это говно уберем. Трупер я, наверное, возьму с этим разгрузом. Ничего не дает. Тебе нет смысла лутаться, друг. Тихо, блядь! Я нахуй еще не сдох. Вот сдохну, блядь, потом поговорим. Выйдешь из бункера, плюху от дикаря того словишь и до связи. Ну так у меня ж прицел есть, блядь. В этом мое преимущество. Да хуй с твоим СТМом, надеюсь, ты его застраховал, блядь. Ой, ну Мосинку мою спиздил на ХС, спрашивается. Понравилось? Как же ты глушишь ибупрофен, чтобы воды вообще ноль осталось, так, да? Блядь, а как мне ходить-то тогда, алло? Глушак со стоянки, да блять, он стоит 10 тысяч рублей где-то, наверное. Не, ну я сейчас иду в дом диких просто и надеюсь, блять, на лучшее. Что ты там, перед смертью водочки хочешь найти? Ну да, блять. А чё, у меня выходы, думаешь, вообще в очке? Да, блин, ворота завода, ЗБ, это ворота ВСРФ. Это конец карты. А, это ты, походу, лежишь, да? Да. Ты в рюкзаке ничего не носил? Нет. Очень жаль, блядь, мой друг, очень жаль. Далеко выходы, да, ребята? Бля. Ну, кстати, да, в Калаше игольники, ну там, наверное, только один магазин. Ты мог бы просто, типа, разрядить его магаз и в жопу запекать игольники. Да похуй, блядь. Это ёбка. Согласен. Да, типа, 6-го, там, 9-го и 18-го левела что-то такое было, блядь. Откуда у них игольники? Бля, ебать там у чата, наверное, сейчас... Вообще пиздец на стриме, да, Кири, сейчас происходит? В плане картинки. Слушай, у меня всегда маленький пресет стоит сейчас. Да нет, 936, заебись. Нет, ну в смысле там, наверное, пикселиты с ибупрофена и так далее. Бля, наоборот, ибупрофен, мне кажется, лучше делает картинку. Ну ладно. Не, ну именно, если, именно если на стриме. Именно на стриме со своим постфиксом, блять. Не, это ужас нахуй. Охуительно, блядь. Охуительно. О, зато тушенку, блядь, нашел. Заебись. Мишаня, вот без шуток. Скидывай калаш в кусты, блядь, пока есть возможность. Бля, ну ладно, согласен с тобой. И каску тоже. Да, каску у тебя не въебенная вообще. Блядь, так надо было с этих тогда приколистов нахуй что-то забирать. Да, не было у них ничего. СТМ-ку, блядь, тоже нахуй.
Блять, ну из ДМК это шкал вообще. Как думаешь, если я вот тут скину, найдут, блять? Никто не найдет. Никогда в жизни. Если только под горой, дикари не пойдут косить, блять, на хлеб себе. Пшеницу. Да в центр пшеницы просто кидай и все. Все, скинул. Хорош. Ну ладно, пошли, блять. А, ну все, у меня гидрации пизда. А, блять, это я кому-то колу свою нахуй отдал, блять. Я кому-то колу, блять, отдавал, которую всегда беру, блять, запасную. Вот кто это, сука? Вот это на его совести, блять. Ладно. Это я тебе отдавал, да? Не знаю. Не буду говорить ничего. Не-не-не, там не было. По-моему, на столик не было никто. Не было, не было. Да, бля, идти сейчас до тех челов за оружием, чтобы потом вернуться, блядь, и идти искать воду. Вы шутите вообще, что ли? Реально, захавай тушенку, метаболизм чуть-чуть апнешь хотя бы. Так он еще больше гидрации сожрет, не? Так у тебя и так ноль. Два, блядь, не пизди. А, ну тогда ладно. Ну когда ноль будет, живи спокойно. Сука. А вот тут же на берегу какие-то штуки есть, или палатки, вот эта хуйня, да? Ну, тебе до них дойти надо. Палатки там есть. Ну, там дикари. Похуй, я мастер спорта по рукопашному бою армейскому, блядь. Труп под камнем, блядь. Я не знаю, где труп. Я тоже не знаю, где труп под камнем. Ну, там сторожка есть, да? Да, я там вижу, обычно я дикари, вижу сторожку, блядь. Сторожки вполне может быть что-то. Хавай тушняк. Перед тобой, говорят. Труп у камня. Бля, ребята, ну я не вижу, я не знаю. Справа у воды, так, иду, да, блядь. Да у сторожки дошел бы проще, бля. Да, погоди. Шаня, ныряй, бля. С пирса. Там меня дрочат, блядь, мне пытаются нахуй объяснить, но я... Как ты мне, блядь, объяснишь? Вот ты прошел, блядь. Вон там он, нахуй. Короче, висит, блядь, главный в моих похоронах. Вот я его, блядь, послушал. Думал, ну, блядь, свой старичок, ну не подставит же, блядь. Забани он, нахуй, пермачом. Висит это. Ой, ты же грибы ищешь или... Вообще пиздец, старик, блядь. Почти прошел, не дошел, прошел. Да, 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 почти дошел, блять. О, блять, хлопья мои любимые стоят. Ай, блять. И кабачковая икра еще. Ай, заебись. Кабачковая икра нормально, она вроде устанавливается. Ой, и водка внутри. Ща нахуярюсь, блять. И тушенка, блядь. А кабачковая рука, думаешь, восстанавливает? Да нихуя! Да, она энергию только дает, блядь. О-о-о-о-о! Макс Энерджи! Найс, ебать. Энергоста фоткой забивать надо, решай. Да, блядь, согласен. Опять глушаков наспавнил. Вообще пиздец, блядь. Я тут говорю, один раз 5 глушаков нашел на этом вещи. Люто. Пей водочку. Она, кстати, обезбол дает. Заебись, блять. Ну я выпью, как у меня. Я выпью, как у меня кончится. Нижний 5-5-6 монстр. Засунь в жопу, он хорошо стоит. Угу. ДТК запихаю, это же на калаш нормальный вроде бы. Да и второй глушак тоже, чё бы нет. У тебя же есть тут это. На-на-на-на-на. Life is life. На-на-на-на-на.
Ну, блять, от приступа, видимо, умер, блять. Ай, сука. А чего ты умер? Не знаю. Ну тебя кто убил? Нет, меня никто не... Или... А. Правую руку тебя выстрелили. А, да? Ебать. А, меня тип убил, охуеть. Ну, с глушака, видимо, блять. А что за патрон? Да, блядь, Сандей, там патрон, можно, не знаю, кам из залупы, блядь, и я бы все равно умер. Да не, ну ты наведись меня, просто 9 на 19, блядь, по СТГЖ. Нет, это этот стрелял. А, да? СТМ-ки. А другие патроны еще есть что-то? 9 на 19, 7,62 на 51, М80. Вот это оно, 7,62. А, это оно, 71, да, 80, да, это, да. Походу, с него меня, блядь. Пиздец, ну лю... Комар укусил, бля. Бля, не, ну рейдик заебись. Я доволен на все 100 на самом деле. Вот он удивится, когда тебя залутает. Да, блядь, такого дебила нахуй пустого нашел. Факт удивится. Что дальше делаем? Ну, вообще, хотелось по такому же плану бы сработать, конечно, Кире. Но тут как хочешь. Да погнали, похуй. Я могу тебе вынести мосинку, если что. Да, блядь, что, денег нет, что ли? Я не знаю. Если освободи под КМС-ку слот. Угу. Бля, может СВДС вот эту взять пушечную, блядь? Есть мемные маски какие-нибудь смешные? БТшками, блядь, заряженную еще. Так, а прицел какой? 1, X8 и X24, что, блядь? Давай, Дудя, удачи. Так, чё, взять какой-нибудь бронеразгруз? Это четвертый, который у меня есть. Да, да. Или с РПКшкой. Во, с РПКшкой пойду, кстати, наверное. Да. У меня же... А, или погоди, или у меня... У меня же есть патроны на него. ПП... А, не, ППБППС-ки, блядь. Игольники, нахуй. С этой сейчас чопонту идти. Я пойду, наверное, с юмпом просто, блять. Close range меном буду. В принципе, мне кажется, если бы у меня был юмп, я бы типов, блядь, еще быстрее бы разъебал. Еда, вода, да, ребят, я помню. Только у меня воды-то, походу, блядь, и нету больше. Так-с. Медицину. Сашка. Даже, наверное, рюкзак пока никакой не буду брать с собой. Так, CMS-ку ты мне вынесешь, шина у меня есть, ибупрофен есть. Еще надо что-то попить, а у меня вообще попить-то, ну, что-то есть, кроме вот этого говна? Да, наверное, нет, блять. Неприятненько. Бать, 12 тысяч вода, ёб твою мать.
Ну ты старая вообще, блядь, охуела, конечно, такие цены мне запуливать. И с собой воду возьму. Здорово, Сарпех. Так, ну я готов, в принципе. Ты готов, Кири? Да. Let's go. Сейчас только серую гнусную маску еще нацеплю. Блядь, пришел убивать диких в лес, блядь, убил по итогу чевиков, блядь, ну, суки. Что, блядь, еще больше задерживает меня на этой замечательной локации. Грену, блядь, возьму с собой. Она бы тоже очень сильно пригодилась. Так, ну все, полетели. Лисище, 15. Хуй бы с ним, мне кажется, он сейчас доработает свое. Пригласил. Не, Вартейлса сегодня не было. У Сени просто не было электричества, как я понял. Поэтому не получилось сыграть. Не сказал даже ничего про мою маску модную. Бля, ну она красивая, Кири. А ты настолько... Ты настолько в каску не веришь, да? Нет, просто это квест дерьма и бановый. Я смосинг, я не вижу смысла брать... Хорошие каски, когда я с мосинкой. Блин, не знаю. Вот мы когда играли, когда я на путях сидел, вот я Сеня клип, не знаю, видел ты или нет, в телегу кидал, блядь, 3 выстрела с ПС-ки 7.62 мне в макушку, нахуй. Этот шлем, блядь, мне задефал. Да охуеть просто. Там чел знатно охуел с этого, пиздец, вообще, который по тебе жахнул. Но с другой стороны, я тебе так скажу, это очень странно, то, что он 3 выстрелами подряд тебе дал, вот так вот точно поебал. Это прям, ну, это пиздец, это как стрелять нужно, это какая отдача, ну, должна быть у ствола. Вот так вот, блять, я это вполне, знаю. Вот я сейчас думаю, это вполне может быть читер, кстати говоря. Ну просто там даже на клипе видно, как хп, раз, два, три, три тика нахуй. Ну да, да. Это, там даже не хп, там видно, что у шлема отнимается. Ну, так я говорю, у шлема хп. Ну да. 3 тика типа, раз, это два, три, это очень странная хуйня была. Ну, блядь, так-то я до этого не думал, но согласен. 72 ПС-ки, блядь, ну там типа... Это не юмп, блядь, на ФМЖ. Да даже с юмпа... Не знаю, Эпик. Ну, нет вообще в игре, думаю, такого оружия, которое вот такую отдачу бы демонстрировало. Не, ну может быть какой-нибудь типа вектор. Одиночками, если то стрелять. Просто, Эпик, я хочу купить резик 4 на VR и пройти его. Но Максон, типа, не смог помочь. Подарить? Да зачем она мне нужна, Кири? Я все равно 2 с собой вынес. Ах, блядь, да не надо. Просто на это наушники не надеваются. Я взял другую, это я тебе просто показать хотел. Но вот, мне нужен человек с не русской картой, блять, потому что я не могу купить резик в Oculus Store. Чё надо? Да в Oculus Store барзик резик мне надо купить. То есть в SVPN-то в магазин я могу зайти, но карту он не принимает мою. А там Мипукси такой реально жидкий вариант, я что-то посмотрел. Лучше йо-хо-хо вариант тогда делать. А Oculus Store обязателен? Ну да. Ну а как, типа, мне купить-то? В Steam ее нету, она только в Oculus. Это после стрима. Хорошо, Барсик, хорошо. Так, Ника, прошел Киберпанк. Наконец-то ты можешь вернуться на стримы. Ну или придумать новую отговорку. Так, ну полетели, Кири. Я, бля, вот в этот рейд... Я скинул КМС. О, давай, чел, ебать, ты хорош. Ну, новая это... маска, смотри. Это мега круто. Ну-ка. А, ну вот это прикольная, да. Это такая чисто этот... Хидео Миядзаки, блядь. Я не знаю, куда идти, Миша. Так вот, вон, вот это большой камень, нам же за него, не? Да.
Нет, вроде. А, да, дом диких реально. Ты опять за бэшку хочешь? А, да, 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 мне же надо рожки для мороженого. Блять, купил новую клавиатуру, пиздец, а у нее типа такое легкое нажатие у клавиши, у, ну типа у клавиш. О, служивый. А где она? А я, короче, привык, блять, левую, ну типа влево кнопку получается, а иногда на нее типа ложить палец и так типа держать, что, ну как будто на весу. Вон он, Киря, бежит, вот там напротив, напротив, где камень большой. Напротив нас, где камень большой, наверху уже. Он наверху на горе, по мне ебашит. Это чевок вроде бы. Не может быть. Хотя может. Я вправо даю, пушу его. Ой, я умер. Бля, хуёво. Глаза, класс. Голова, нижняя часть затылка. Меня со спины убили, Мишаня. Бля, серьезно? Да. Ну что-то так не хочется играть, Мишаня. Это очень прям мне нравится. Да не, ну если не идет, то я что сделаю-то? Ну, в смысле, я же не буду тебя заставлять играть. Бля, ну у нас сзади только дикий орёт старик, я не знаю. На таможку можно сходить, там почилить. Таможня тоже заебала уже. Ростик Сони. Ну какую-то новую локу. Бля, честно, я бы просто улицы Таркова бегал бы, блядь, по КД. Но у тебя улицы Таркова так все работают. И это проблема. Блядь, был челом... Ой, был чел, короче, спереди, блядь, за горой. И исчез, нахуй. Куда исчез, сука, вообще непонятно. На дикусах можно сходить, на маяк, блядь, любимый. Видимо, оптика, он дистанцию удержать будет. Так вот, сука, я теперь в таком подвешенном состоянии, блядь. Что чел где-то ну, есть, не, нахуй. Оружие-то для леса тоже выбрал мемное, конечно. Ну, хули. Бля, не знаю, короче, мне так не нравится то, что происходит на сцене. Поэтому я резкость, блядь, подуменьшу. Да у тебя на стриме все заебись видно, на самом деле. Ты зря, для Таркова это хорошая картинка. Не, я просто чуть поменьше сделал резкость, и все. Чтобы картинка, ну, типа, была такая более, короче, и резковатая, как бы, но и не перерезченная. Он в траву мог лечь, хуй увидишь, да, согласен? Мог. Мог так сделать, и хуй его найдешь, блядь. Вот сейчас мне въебасяло. Ну чё, чат, на лесопилочку? У палатки был? Блять, сори, я не заметил. Там у меня рюкзака все равно пока нет, хули, мне от него толку.
Это около МЧС based. Хуярят. Напугал меня, дурак. Спасибо за сумку, братишка. О, звездочка. Звездочка нормальная вроде тема, да? Имеет даже смысл в жопу запихать, мне кажется. Такое себе. Вазелин самый нормальный. А по сути, что она делает, эта звездочка? А бейсбол тот же самый, только ты перед тем, как ее бахаешь, тебя ебашит, как будто тебе контузили в голову. Угу. Помажься, посмотришь. Блять. Сейчас помажемся. Ну, я тут пока полутаюсь. Бля, у меня... Ой, у меня MPX и MCC есть вот этот. Нет смысла взять, наверное, даже. МП5. О! Годно, крайне годно, шедеврально. Батя, дурачок, но может повезет. А чё, пошли к ним? Блять, а чё реально нам ждать-то? Че, услышал меня, блять. Проблема. Ох, блять, пиздец нахуй. Ой, отмена. О, блять, пятерочку. Фух, блять. Как хорошо, что ты мне с НДЦМС-очку отдал, а, блять. Пиздец, а я, прикиньте, я думал, у меня пара патронов нахуй есть, блять, чтобы сработать. А пары патронов-то и не оказалось, блять. Я хз, у тебя было типа раза два-три, когда ты мог перезарядить. Я хз, что-то не перезарядил. Нет, ну я не знаю, я просто хотел додавить, блять, и. Да вот такое додавить обычно убивает, на самом деле. Я после такого научился перезаряжаться, как-то
Да, не, ладно, я тебе скажу главный фактор. Я чувствовал себя увереннее. Я просто чувствовал себя увереннее, вот и все. Да ладно, на ногу додавил, зато сейчас резну ее и все. Его своя граната оглушила по-любому, да он, блядь, с гранатой вообще, конечно, мемно, блядь, сделал. Но вообще, когда он грену кидал, надо было просто прицелиться. Типа, чуть больше времени, там, на полсекунды потратить, прицел, блядь, сделать и убить его, нахуй, сразу. Блять, ну тип, конечно, да. Мемный. С четвертым шлемом, блять. О, ебать, а это ты хорош. И вот это, кстати, хорошее цевьё. Чтоб можно было ручку припиндорить. Оружие победы, реально, блядь. Ой. Фух, ну хорошо, блядь. Мы выжили. Победили. Нет, не. Ой, блядь. А, блядь, зацепил? Шалава! Охуел, что ли, блядь? Мне кажется, ты был более уверенным с дробовиком. Согласен, согласен. Ну ты, блядь, жопу с пальцем сравнил, конечно. Ну хотя ладно, UMP тоже охуенная тема. Ну, блядь, ну с дробовиком ты просто идешь, у тебя бумпалка, блядь. Минус рука, да, к сожалению. Опять лежим, отдыхаем. Шутки шутками, но у меня шанс, блядь, без медицины есть остаться. Поэтому этого другалёчка надо посмотреть. Водичка уходит, так нормально. Ух, нихуя с пилигримом, блять. Слушайте, так это не челодик или был разом, блять? Спасибо. Не думаешь, что это по мне? Ладно, блядь. Теперь думаю. Суки, дайте мне, блядь, пожить.
ты, другалёк, блядь. С Богом. Погоди, вот этот чел по мне как будто откуда-то, оттуда хуярил, блять. А теперь хуярят оттуда. Чё за магия, блять? Он же мог перебежать, пока ты вязался. Тут что-то нихуя, он шустро, блядь. Вот это меня зовут. Пока, чат, вот вы увидели мои выходы, можете еще раз посмотреть. Если подскажете, куда мне идти, буду крайне благодарен. Типички ебашились где-то спереди, вот тут. Знаешь, где ЗБ-16? Это около самолета, которая? Около самолета представляю, по крайней мере, где оно. Я когда только начинал в Тарков играть, и, ну, типа, всякие, знаешь, эти понятия слышал впервые, не мог понять, что значит пчелобот, и причем тут пчелы, блядь. Причем пчелы, блядь, почему пчелобот? Ну ты, блядь, даешь голова. Как тень падает мне идти, окей. Вот я вижу примерно, как тень падает. Не, кстати, в ЗБшку около самолета было бы неплохо зайти. Мишаня, я тебе говорю, реально, просто, ну, забей хуй на то, чтобы искать эти рожки ебаные. Скрафти их на санузле. А у меня он вроде бы, блядь, не готов еще, хз. Ну, вроде первый нужен или второй. Ну, по-моему, первый. За 5 рейдов нашел 3 рожка в ЗБ. Вот, видишь? Ну, это типа хорошо, мне кажется. Я просто не парился, не искал, скрафтил их и не годил в ебучий лес. Пус. В
туда идешь? Самолету полутать. Да, бля, что тут? Тут нет нихуя никогда. Ну, я как-то находил пару приколюх, мне кажется. Чё, блядь, квас? Ты ради кваса столько бегаешь? Пиздец, вот тушенку могу по квесту, например, найти, а? Уже неплохо. Тушенку тоже крафтится. Ты, блядь, со своими крафтами нахуй. Во, солеву новую нашел, а? А у меня это почти кончилось. Чё, блядь, с ебалом нахуй? Вот так вот, блядь. Ладно, Мишаня, я забыл, что ты бедный. Ты забыл, что я без барахолки, блядь. Так, вот ЗБшка где-то вот тут спереди. У меня 28 солев в инвентаре. Жёстко. Скромно. 10 ифаков и 16 афаков. Вон он. Вайпы есть еще? Вайпы? Да. Будет когда-то. Каждую неделю вайп. Ой, ебать, как бы они не пришлось нахуй. Да побежал, дурачок, блять. Сейчас от этого дикаря голова глаза бы слови. Вполне себе легко, там еще один, блядь, дикий где-то. Ебать, убил нахуй. Рафлан упал, блядь. Ой, не-не-не, не хотел перезаряжаться. Ладно, похуй, я думаю, если бы уже кто-то был. Да ты выйдешь в этой ЗБшке сейчас. В смысле? Ты в ней выйти можешь. Да? Ну да, ебать, погоди, не-не-не-не-не, нихуя. Ладно, это говно мы продадим. Мужики, а где тут спавнится эти рожки? Подскажите, Мишаня, я не в курсе. Ну вот тут, наверное. Или на полу где-то? О. Ебать, Сандей, столько лута, старик, упускаешь. Мэн. Ебать. А, блядь. Ложа от тозика, блядь. То, чего мне не хватало, блядь. Вот это что за крышка? Нет, хуета не лутается. Дверью забыть. Да стой, не выходи! Да как залутать? Как? Блять, ну пиздец, быстрее! Это оно! О, все спиздил, блять, найс. Мишаня, вот то, что ты там пролутал, ну это ну, 6 тысяч рублей, наверное, где-то. Нормально. Ё-моё, ну... ПТ-3 нормальная тема. В Акексище. Ну давай тогда поздравлю. Иди сюда, обниму тебя, руку пожму. С днем рождения тебя, старичок. Всего тебе самого хорошего, чтобы, так сказать, голодным никогда не был. Высыпался хорошо. Мама с папой любили, и близких было много рядом тоже, чтобы у них все было хорошо по здоровью. И финансового успеха, и духовного успеха, и года хорошего, и отдыха хорошего, и вообще всего-всего. Так что счастечка, здоровечка, семейного благополучия. Так, ну нормально налупили, нормально. Это я гризли вылечу. Чё, ещё разульку в лес? Да похуй, как хочешь. Пошли. Ну, ща я дособерусь. Да, не знаю, мне кажется, запарный эпик. Хотя КЗ. Я как-то особо до этого не задумывался. Мы просто тогда с Максоном что-то говорили, и я так к слову спросил.
а что, типа, есть возможность купить? И Максон такой, да. Я такой, блин, ну давай. Вот я ни у кого больше не спрашивал. Но тут Барсик уже предложил свою хелпу, поэтому я, наверное, воспользуюсь предложением Барсика. Ну, если получится сделать там что-то. Если не получится, хрен с ним, типа. Что-нибудь другое придумаем тогда. Нормально, блядь, отстреляли. Я, наверное, лучше у механа сделаю. А, ну или на дикарях можем сгонять, кстати, да? А потом, если что, еще на этих. Бля, бинтов не налутал, вот это плохо. Блять, ну и рюкзак еще вытащил, конечно. Размером нахуй с Ангарск, блять. Так, энергия 20, да-да-да, это мы сейчас покушаем. Это я съем, наверное, шоты. Оба. И на диких пока пойдем, у меня все восстановится. Ебать придумал, а? Ой, Киря, у меня дикус-то такой. Молодец, на самом деле. Еще 2 минуты, Миша. Давай. Михаил Маргарин, блять, тот самый. Давай, Ника, споки. Все, с чего такой поздний стримчанский? Да в Тарков пока играем. А ну, кстати, да, так-то нихуя уже. Время 12, жестко. Ой, блядь. О, опять, вот типа что говорит о длительности сегодняшнего стрима? Опять лампа разрядилась, блядь. Вот ее хватает на 10 часов с чем-то. Пиздец, страйка одного не хватает. Бля, Везун взорваться решил от этой Калифорнии, что ли? Чё я хотел? Убежище, говорят, да? Убежище и в... Убежище и санузел. Вот это мой санузел, кстати, блять. Да-да-да, да я. Хуй знает, вот как без барахолки вот это все покупать, я не понимаю. Капец, у тебя сегодня вид депрессивный. Блин, никто Моника ножки в ЛС не скинул, поэтому грущу. Зубную пасту хер найдешь? Наверное, да. Кинуть? Да не, ребята, это шутка, это шутка! Ладно, пока лампу, так сказать, упакую. Ну-ка, а сколько у нее? Она прям в нули, ну вообще? Да, 0%, блять, она еле включилась. Ладно.
Давай, Вакекс, удачи. Я могу тогда здесь просто режим поменять на какой-нибудь поярче. Вот желтенький, например, или... Или вот такой вот. Вот так вот ее поставить. И, может, чуть-чуть поярче будет. Ну, кстати, обычный свет, если врубить. Ну-ка. Ох. Ебать, так можно умереть на самом деле. Не, это ужас. Пускай лучше так будет. А могу сзади красивый. Да, ну видишь, пришел диммер нормальный. Куда дикари? Маяк, Сандей, куда еще-то? Диммер пришел и все смог настроить их нормально. Слушай, блядь, нихуя у нас так-то, ребята. У тебя еще магазин, блядь, здоровенный. 45. Ну, это значит, других магазинов у меня не будет сменных. Угу. Музло в Таркове топ. Согласен, мне тоже нравится Таркове музыка. Да, 5800 приехал. Не, походу, ребята, я сейчас... Я вот только сейчас решил, блядь, ознакомиться. Скорее всего, мы эту неделю еще нормально достримливаем. Потому что я, блядь, только сейчас увидел, что оказывается... Типа туристический поезд, на котором мне надо ехать будет, он, блядь, ходит только по субботам и воскресеньям, блядь, пиздец. Блядь, ну ладно. А что за туристический поезд, это куда? Ну там просто нету как таковой, знаешь, типа нормальных путей до, короче, Переславля. И там какие-то, блядь, пожилые, нахуй, пути были... Вот, что, и туда... Зря выходной свой стримил, получается. Вот, да нет, все равно нормально. Типа пожилые пути какие-то были, и там еще типа идет только до определенного какого-то места, но меня там тетя встретит. А так это типа на автобус, это ехать там что-то куда-то. Короче, не нравится мне. Уже впадлу ехать 3 часа на автобусе, а возможно даже больше, если будут пробки. А тут типа 7:45 выезд и 10:40 приезд на поезде, нормально. Да, на поезде заебись, особенно у тебя же Switch есть. Да ты вообще даже охуенно. Switch на телефоне что-нибудь замутил, господи. Бля, 20 минут у нас, нормально. Оху, я еще спил боксом. 3 магазина, ёб твою мать. Заряжение. И могу тебе, кстати, один магазин дать. Если у тебя других нету, как ты говоришь. Ну, я еще не заполнился. А, вот я слышу тебя. Ты в доме, да? А, нет, снаружи. Да. А, или это... Не, в доме, в доме. Погоди, стой. Нет, это дикус, ладно. Вот, да. Да, мы не могли заспать. Надо магазин? Да не, нахуй, надо. Обычно все равно на этой карте сиди, если делаешь, то 1-2 выстрела. В среду, значит, доминанс постримишь. Да, да, кстати, надо Радосу тогда написать, что им универсу, что на среду тогда мутим. Просто на поезде, блядь, удобнее добираться. Он, типа, вроде как, ну, в центральные какие-то вокзалы приезжает. Вот, и не надо париться. А то, блядь, я помню, на автобусе это, типа, доехать до
автостанции на край города, с нее типа этот автобус ждать, еще там уезжать за пару. А на поезде заебись. С Ярика едет поезд до Переславля. Сгущенка. Ну чё, попадос вам тут всем, залетный. Ну чё, неплохой день попнул у меня. Так, ну этот уже заряженный, блядь, идет. С кого-то да? Поснимал. Ну он, видишь, раненый да. И заряженный. Да вроде не особо заряженный. ПМСИ. Нету, я ж помахал, блядь. Был что-нибудь в нем? Пистолет с глушаком, нормально, блядь. Блядь. А, ЧВК? Я не пойму, что это перед нами. Ты умер, да? Да, конечно, блядь. Это перед нами был... А, вот что он имел в виду. Он говорил, что спереди ЧВК, блядь. Да. И трое. Голова уши нахуй сходу, блять. Меня аж оглушило, блять. Но объективно Руза виноват. Пришел, написал что-то, отвлек, блять, и я умер нахуй сразу. Понятно, блять. Спасибо. Объективно, знал бы ты, Мишаня, что такое PMC по-английски. Ты ну, по факту. А ты знал, что PMC это ЧВК? Ну, конечно. Private Military, что-то там. PMC, блядь, Санде, это нахуй, если ты живешь с девушкой, то лучше, блядь, съебаться куда-то на две недели, нахуй, вот, что это, блядь. Звездочку же убрать, кстати. Да, блядь, еду, воду, я уверен, мы найдем, это ж, блядь, лес, господи. Я готов, Кири, на ли... А, ваш персонаж ранен. Я готов на лиса, если что. Что под вайп попадает? Схрон? Абсолютно все. Абсолютно. Персонаж, аккаунт. Там, не знаю, все. Просто все. Ну, типа, ничего не остается. Игру заново покупаешь, да. Так, маячок. Я на низком. Ой, какой маячок, блядь, лес. Лес же. Ком собирать, да, надо. Жалко, только чувство юмора грибочки, блядь, не сбрасывается. Все, блядь, на том же нахуй уровне остается. Мишаня, блядь, сейчас. Блять, стил кинул какой-то смайлик ХДД, а там какая-то пипа, блять, глупенькая.
Но я не могу добавить его, потому что есть другой ХДД. Квесты обновили, сейчас наберу. Ready, поиски. О, вот же он, блять. Это парень, который не хочет умирать на локации. Бля, охуенный смайл добавил. Какой? Который, блядь, stare down. Или он у тебя был? А, какой имя? А, ну, этот, ну да, актерами, да, да, блядь. Понял, понял. Ну это же из, это же из фильма. Образцовый это самец. Же... Да. Охуенный мем. Это старый фильм вообще? Да. Это... Бля, ну то, что это... этот мем появился, Адам... это гениальный, блядь, типа... мем. Ой, этот, Бен Стиллер и режиссер, и актер там. А ты, не знаю, видел этот, вот этот же мем, только с этим, со мной вставленный? Mm-hmm. Видел? Угу. Охуенно. Ну там же несколько их, смотря какой. Не, ну там есть с батоном и без. Вот который mm-hmm, без батона, mm-hmm. Заебись прямо, это гениально вставлено. Так, окей, Родосу я написал. Теперь Муниверсу надо написать. Так. Хотя ладно, да, не напишу после стрима. А то он в арме, не факт, что мне ответит. Если кратко, зачем едешь в Переславль? Так к тете с бабушкой. Просто они не живут здесь, в Москве, уже давно у них, типа, квартира тут, ну, точнее, как квартира, вот эти, уже комната, получается, одна большая, это, типа, как около квартира, только в коммуналке, блядь. Вот, и они там не особо хотят сейчас жить, потому что там и соседи веселые, и понта в Москве, в принципе, сейчас им жить нету. Переславле им гораздо пиже, на Чили чисто, у них там все друзья, тетя мастерская, и в Москве нет понту оставаться, поэтому... Квартира не сдают? Нет. Там пытались, типа, какие-то две девчонки с меда хотели снимать, но остальные или приходят... Или там комната, квартира, комната. Ну, короче, смотри, типа, ты заходишь и уходишь, ну, типа, заходишь в квартиру, уходишь налево, и там вот эта комната, и внутри этой комнаты у тебя там холодильник, кухня, рабочая зона, спальная зона со вторым этажом, то есть они, типа, сделали как, ну... Как, ну, отдельное жилье практически. Но mm-hmm. туалет и ванная, оно типа общее. Вон. Вот там соседи, блядь, такие, это вообще пиздец. У меня тетя, когда они лежали в этом, в ковидке, когда просила меня mm-hmm. приезжать, бля, я ебал нахуй. Мне так, блядь, мозги выносили эти соседи, это просто пиздец. Ну, там типа челы из разряда, вот сколько тети с бабушкой не было, я приехал. И, короче, они говорят то, что 2 месяца назад лампочка потухла, а мы, короче, mm-hmm. меняли в прошлый раз. Так что вы меняете в этот. И нахуй не меняют, блядь, вот эту лампочку, потому что наша очередь, блядь. И также, нахуй, с мытьем ванны, туалета, я приехал, они мне такие, мой туалет, блядь, я говорю, вы ебанутые, что ли, блядь? Я вам сейчас, нахуй, голову, блядь, помою в этом туалете. Ну, короче, вообще прям веселые ребята. Поэтому жить с такими логично, что никто не хочет. Бля, Киря, мы где-то вот тут ЗБшку должны были найти, но в этот раз ее тут нету. Или есть?
Дальше нет, есть. Опять в эту ДБшку хочешь? Ну да, рожки же. Они что-то не спавнятся, они в другой ДБшке вроде. Так нет, ну они же в любой, мне кажется, могут появиться. Нет? Ну, нет. Левее, да? А, вон, да, ну вон. Блядь, Кирилл! Это Стоза, да, въебал? Ну, походу, я уже в ДБшке ищу. А ты Зикова убил? Нет. Я его не вижу, он в кустах, сука. Ну, давай. Куда пошел? Убил? Гранату кину под себя, что, блядь? Да вот, вот он! Убил одного. А там еще один? Да, еще ряд. Ладно, чекай, я пошел в ЗБшку. А, давай. Ну, короче, вот, к тете с бабушкой в гости давно не виделись. Поэтому я хочу съездить. Ты чел под себя гранату кинул, когда убегал? Я, блин, вообще не помню, когда дикари гранаты кидали. Да не, кидали вроде бы. Блять, зенит, хорошее цевьё. Там это, надо запомнить, детикус, блять, упал. Мне с него рюкзачок нужен. Ну нет рюкзачка. Вот сука, а. Так, не, погоди, это у первого не было, а у второго. Второго я не убил, он куда-то съебался. Вот сучок, блять, а. Ты выходишь, да? Я выхожу, да. Чё, на МЧС бейст? Это ты слева там на горе бегаешь, да? А, нет, нет, нет. Вот двое идут около скалы, блять. Вот, вот спереди у нас Кири. Это дикусы, дикусы бегут. Вот один спереди и другой слева. Вот смотри, вот этого убил, еще один слева. Он на скале. Вот, вот где скала. Уже, возможно, правее, блядь. Вон, слышишь его? Со спины вообще не дал. Со спины, да. Убил его, да? Хорош, хорош. Энто, хорошо. Где там бродишь? Ну да, вот я вот тут иду. За тебя со спины бегу. Холоднёшь, Кири, немножко, я один магазин заряжу и буду готов. Mm-hmm. Все зарядил. Ну и пушка говна у меня, конечно, собрал. Да что-то я тоже не понял, блядь, с чего ты стреляешь вообще. Это Адар. А, это Адар? Однозарядный, да, типа, который? Да. Yeah. Тапалка, блядь, ну ты даешь. Ну прицел говно, так-то пушка нормальная. Ну тут я тебе не могу помочь. Прицелом друга найти. Да и поменять поставить. Сейчас топор слот ножа запихаю. Я байонет, кстати, нашел. Надо все. Ну да, можешь скинуть. Вот сюда кидай, ага. Это грамотно. Это грамотно, старичок. Я даже, блядь, жопу его затолкал бы. А. Не, вот как раз таки. Вот так вот, да. Не, Мишаня, после сегодняшних форцов тоже бы тебя нож в жопу затолкал. Только чё, блять? Я сегодня тебе ничего плохого не делал. Ну, в принципе. Да нормально мы сегодня поиграли. Да, блять, ну видишь, просто... спереди чел на скале. На этой, на нашей? Нет, 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 вот... Вижу тебя на стриме. Попал по нему.
Влево, вправо ушел. Вправо ушел, вправо. Это Дикус, возможно, был. Мне кажется, вряд ли. Ты пушишь его, да? Да. Он, сука, лежит, походу, не двигается, блядь. Я бегу за тебя аккуратно. Угу. Вот здесь он может быть внизу. Я умер. Чего? А, меня забей, сзади вышли, блядь. А, меня чувак, да? Да, меня, а меня убил человек, который пизду, тебя убил со спины, блядь. Да, вот сука, а. Да, ну это, ну, блядь, вот это блядская карта, ну, нахуй это надо, блядь. Блядь, а. Нас один тот же чел убил. А я Усека убил, блядь, когда-то. Ну, убил одного последнего, разменялся, наверное, успел его убить. А, так это внизу не Дикий был, вот сука, блядь, а. А я так... Я же сказал, откуда нет, такой, да там, нет, там я просто смотрю, блядь, у него скин такой, как у бомжа, блядь, какого-то. И я такой думаю, ну, дикарь, наверное. Ну ладно, тогда похуй. Тогда я доволен, в принципе. Ты чё? Ну... Да, да, наверное. Ну, сейчас я посмотрю. Дикий же у нас в лютом откате, да, вроде бы? Ну, в смысле, еще время долго, там, 10-15 минут. На 5 минут у меня, у тебя больше. Ну, и хуй знает, я на самом деле вообще не хочу ничего, блядь. Ну, да, у меня 9. Да ладно, забей, старик. Next time поиграем тогда. Я, типа, может быть, еще пошел бы в соло, но если бы поздно не было, типа... А так-то уже время и вправду не маленькое, не детское. Я, может быть, если честно, просто бы сходил бы, пробежался с тем же Димасом, потому что он паровозит просто хоть что-то, блядь. От его фрага какого-нибудь сыграть, кого-то убить, блядь, и с нормальным настроением спать лечь. Mm-hmm. Ну, ладно. Не, ну ты можешь сходить сыграть, я все равно планировал примерно вот плюс-минус так и пойти отдыхать. Если бы были дикие, я бы еще на дикаря сбегал и пошел бы, наверное. Ну, давай, ты конечно. Ну, давай, Кирюха, удачи. Пока-пока. Mm-hmm.